Лёва, ты когда-нибудь ел черную икру? Никогда не ел. А вот смотри, тут черная икра. Вот банка. Кто там нарисован? Кто? Что это? Это рыбка. 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 Будешь открывать? Да. Ну давай, открывай сильно. Сильно. Сильно, давай. И как? Еще сильно. Старайся. Подожди, он понял, что там надо сначала отцепить. Он отцепляет. Ну-ка. Он-то умный. Вот что-то надо отцепить сначала, да? Мистер наук. Ага, вот так надо отцепить, а потом надо открывать, да? Может, давай с другой стороны тоже посмотрим. Может быть, мама поможет тебе? Ну-ка, давай, мама, помоги. Лёвка. Лёвка будет делать? Там. Большой. Большой Лёвка. Давай. Ой, ты уже все отодрал, что можно. И да. Да. Все отодрал. Все. А икру-то будешь открывать, нет? Будет. Мама. Мама будет открывать. Давай, открывай, мам. А Лёвка дальше будет открывать. Давай. Так. Ложку дашь, мама? Как Лёва будет пробовать икру-то? Да. Ну-ка, давай. Такая черная икра. Ну-ка. Вкусненько? Да. Очень вкусно? Классненько. Дашь мне попробовать? Да. Какого цвета она? Кое. Черная. Он почему-то ко говорит, когда черная. Опа. О, вот как надо, скажи. Это ты мне дашь, да? Мне дашь? Он хочет. Да. О. Маме дашь? Вот это да. Вкус забытый с детства, честно. Даже рыбы не пахнет так вкусно. Вообще. Не тиной, не рыбой, а вот прямо... Лёва. Лёвка кушает, да? Да. Вот это рыба, вот это икра. Хорошо, что у нас она стоит не так дорого, да, в России? 3,350 грамм. Рыбка. Рыбка. Моя рыбка. Ничего себе недорого. Ну, не 100 евро. Ой, прям аж глаза закрываются от удовольствия. Мама любит икру. Все, прочувствовал. Закрыть надо. Скажи, мало. Экономить. Да. Моя. Мало, потому что... Все, закрываем. Все, привет всем из Челнов.